В течение нескольких дней в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкесска проходил этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа». В мероприятии приняли участие артисты и танцевальные коллективы из 11 регионов России. В рамках фестиваля прошли гала-концерты, праздники народной музыки, выставка народных помыслов и ремесел. Репортаж Алихана Лепшокова. Здесь представлена яркая палитра национальных культур нашей необъятной страны. Открылся этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа» с гала-концерта, где свои музыкальные композиции представили певцы, творческие коллективы из регионов СКФО и ЮФО. Открывая праздничное мероприятие, министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов подчеркнул важность этого фестиваля, благодаря которому происходит единение различных народов, проживающих на территории России. В этом году у нас отличная возможность провести фестиваль с участием 11 регионов, более 200 участников. Называется вот он «Калейдоскоп культур» и позволяет нам не только посмотреть, кто же приехал к нам, а это весь Кавказ, это Краснодарский край, это новые территории. И самое главное, что мы как республика имеем возможность показать нашу культуру, наших мастеров. Фестиваль этот проводится у нас второй год. Именно вот этот. Но, конечно, в течение года мы проводим уже больше десятка разных крупных мероприятий. Ну, приятно, что это становится хорошей традицией. Разнообразие красочных музыкальных и танцевальных номеров вызывал восторг у зрителей. Также для всех жителей и гостей республики были развернуты выставки, ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, где можно было приобрести понравившиеся работы декоративно-прикладного искусства. Изделия из дерева и железа вызывали особый интерес у людей. Мои работы составляют как большие скульптуры из дерева цельного, также миниатюрные работы, детская игрушка. А также есть уникальная работа, которая сделана именно в бутылке. Там в ней я сейчас могу показать вам. Вот. Эта работа очень тонкая. Она сделана так, чтобы, ну как, я обычно привыкли корабли делать, а мне захотелось что-то национальное. Также участников фестиваля в национальных подворьях познакомили с обычаями, традициями и кухней народов Карачаева-Черкесии. Это уникальная возможность узнать получше жизни и быт народов нашего региона. В подворьях можно было попробовать и аппетитную национальную кухню народов Карачаева-Черкесии. Участники этнофестиваля были впечатлены интересной и многообразной программой мероприятия. Также следует отметить, что в программе предусмотрели выездные концерты гостей фестиваля в районный центр республики. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия.